Мы сегодня присутствуем на предприятии, которое положит основу развития украинского виноделия. Но важнейший фактор в улучшении качества, это, конечно, наряду с климатическими условиями, если говорить о вине, это тот уровень технологий, который позволяет любой инспекции не найти ничего плохого в нашем вине. Вот эта технология сегодня высочайшего уровня, она позволяет это сделать.